Прямо сейчас мы готовы показать материал моей коллеги Елены Старых, как раз из Ярковского района. Напомню, по данным местной авиабазы, сегодня там действуют сразу несколько лесных пожаров. Мы сегодня работаем в Ярковском районе, неподалеку от села Гилево. Как раз мы находимся. Здесь действует ландшафтный пожар на площади около 5 гектаров. До населенного пункта примерно 5 километров. Угрозы этот пожар не представляет ему. Однако пожарные находятся на защите населенного пункта и территорий. Так вот, например, лесник запустил встречный пал, а МЧС контролирует и сопровождает его, чтобы не было никаких проблем. Вообще в Ярковском районе на сегодня 4 лесных пожара и один ландшафтный. Один из них, кстати, вот из этих лесных пожаров, он достаточно сложный, крупный, 1500 гектаров площадь. А там работают 31 десантник федерального резерва, также 5 местных человек и 14 работники авиабазы Ярковского филиала. Ожидают в Ярковском районе и подкрепление. Еще 21 десантника доставят вертолетом, а также технику с резерва. Есть еще один крупный пожар здесь. До него пытаются пока добраться, потому что он находится в глубине болота.